Доброе утречко. Сегодня у нас такое солнечное. Солнечное утро сегодня, да? Иди гуляй, гуляй. Иди гуляй. Иди. Мусор надо сегодня выбросить. Я уже с утра успела голову помыть. Принесла с подвала вот такой вот искусственный. Очень реалистично сделан. Еще параллельно жарю котлетку картофельную. У меня осталась пюрешка со вчерашнего дня. И, в общем, решила в этом с этими, забыла, как называется. В общем, в панировочных сухарях пожарить котлетки, чтобы пюрешка не пропала. Кашка варится. Кашка варится. Вот она уже загустела. Нужно ее помешивать, а то пригорит. Помешивать, чтобы не пригорело. В принципе, мне кажется, она уже готова. Надо попробовать, если рис сварился. Ты уже гуляла, красавица. Опять хочешь? Опять гулять пойдем? Лео уехал на работу. И детки придут уже скоро. Так что будем обедать. В общем, немножко хочу с вами поболтать. Вы уже прочитали название этого видео, поэтому будет разговор на эту тему. У меня уже давно была такая мысль открыть свой маленький бизнес, какое-то свое дело, чем-то заниматься. Я вообще сама по себе очень творческий человек, люблю делать что-то ручками, что-то создавать. Я всегда хотелось делать что-то и продавать. Открыть свой интернет-магазин. Думала я долго, чем конкретно заниматься, и появилось у меня несколько идей. Попадались они мне и в ТикТок, и в Инстаграм. Я как-то вдохновилась и решила, почему бы нет, почему бы мне не попробовать. Я уже к этому потихонечку иду, кое-что я закупила, кое-какие материалы у меня уже есть, что-то еще я жду. Еще не дошли по почте, заказываю и через Китай, и у нас здесь в Швейцарии тоже закупаю, и в Германии какие-то товары мне нужны именно очень хорошего качества. Пока я не скажу, чем конкретно я буду заниматься, у меня два направления разных, абсолютно разных. Ну, где-то с чем-то они сходятся. Вот. И пока не скажу, потому что вот как только у меня все будет, как только я уже начну, открою Инстаграм, я еще хочу открыть ТикТок, потому что в ТикТоке тоже очень хорошо идет реклама, саму себя рекламировать. Продавать я это планирую, ну, по Швейцарии, по Европе, те страны, которые рядом с Швейцарией находятся. Вы можете написать в комментариях, как вы думаете, чем я буду заниматься. Мне будет интересно почитать. Это все делается, это ручная работа, это handmade. Вот, это будут биопродукты. Если у вас есть какие-то идейки, напишите в комментариях, я почитаю. Вот, и что еще сказать? В общем, я все для этого уже заказала, часть я получила. Даже, по-моему, половину еще я всего этого не получила. Но жду, скорее всего, в декабре уже дойдет, потому что с Китая она минимум 2 недели доходит, если не больше. Очень положительно, позитивно настроена, что у меня все получится. Там же очень жарко. Я не буду. Привет. Буду. Я тебе не кашку даю, я тебе котлетки даю. Кашка готова. Там есть варенье клубничное. Пирсинг? Не знаю. Ты с ним приехала? Может быть, ты сейчас переодевалась, и он упал? Ты видела ее с пирсингом? Она с пирсингом ехала? Потеряла пирсинг. Ушат. Все, садимся, ручки мой, иди. Ручки мыть. Да, я его ночью потеряла. Ночью потеряла? В кровати нашла? Лежала. Значит, ты в школу без сережки пошла? Угу. Даже не заметила? Каролина, садись. Садись. Да. Три, четыре. Кинул день, скажем, три хубаста. Держи.
Вкусно? Ну-ка, садись хорошо посередине. С такой дали несет сахар. Что, не сладко, что ли? Я вроде сластила. Кому-то с вареньем, кому-то без варенья. Все, приятного аппетита. Бабулю зовите. Сели мы смотреть футбол. Так. Почему не включается? Катар. Только это не его, он у девочки все поносить. Приехала сегодня еще одна посылка. Вот вам еще одна подсказка. Кто догадается, чем я буду заниматься? Шитьем, да, такая? Заказывала я вот такую ткань. Абсолютно разную. Тут вот с лимончиками, с фруктиками разными. Здесь кусочки ткани. Точно не помню, по-моему, 180 на 100 с чем-то. Или 160 на 100 с чем-то. Ну, в общем, кусочки. Видите, такие вот яблочки. Вот. И вот такой вот нож для ткани, чтобы резать не ножницами, а вот так вот, под пиццу. Да, вот такие вот вишенки. Это самые крутые. Цветочки. И мне теперь это нужно постирать. Вот такие вот цветочки красивые. У меня больше... Вот тоже я не только ягодки взяла, еще и цветочки. Но в основном тут фрукты, ягоды, и овощи, вот помидорки. Но мне больше такой нравится. Ксюше понравились помидорки. А мне это понравилось. А что ты огурцы не купила? Не было там огурцов. Можно открыть? Вот зеленый. Аня, вот эти арбузики классные. Это натуральный 100% хлопок. А во сколько ты купила? Тоже, смотрите, какие ананасики. Бананчики. Мама! Вот такие мама, вот бананы. За три. Нет, они не везде. И вот мне еще положили такие подарки. Я так. Мелкие. Вытаскиваем и стираем. Очень хорошее качество. Хотя заказывала через Китай, но так дешевле, чем здесь покупать. Так много. Это не постельное белье, ребята, будет. Качество хорошее. Такое, знаете, плотное. Я сделала. Давай распаковывай. Надо их открыть. Вот эти арбузики. Угу. О, супер. Это тебе на пижамку. Вот такие вот мне подарили штучки. Тут ниточки. Ну, можно и булавки. А? Можно. Сейчас я это все постираю, потому что ткань по-любому немножечко сядет на пару сантиметров. Там даже на сайте написано, что ткань может сесть. Я сначала думала сделать это в новогоднем стиле. Но я не успеваю. В новогоднем стиле я уже должна была сейчас это все продавать. Пока я это все сделаю, декабрь закончится, там уже январь, февраль. Я уже буду готовиться, скорее всего, к весне. А там будет Пасха. И я хотела еще заказать зайчиками. Там рисунки были с зайчиками, с яйцами пасхальными. Поэтому я буду готовиться к апрелю. По-моему, здесь Пасха в апреле тоже будет. Ну да, я все вместе постираю. Мне кажется, они не полиняют. А может быть, как-то отделю те, там, где есть белые эти... Не знаю. Вот это синее, наверное, не буду вместе. Синее вот с этим, наверное, постираю. Темное с темным, светлое со светом. В общем, так. Сидит вот так почти целый день и смотрит в окошко. За птичками. Филь. Птичек тебе не поймать? А, Филь? Мальчик мой сидит, наблюдает за птичками. Они там улетают, у соседей. Там, видимо, кормушки у них тоже есть. Нам нужно опять купить семена для воробушка. Вот они съели уже все. Уроки нам нужно сделать. Тут вот он решил примеры. Здесь ему нужно самому придумать. Дальше. Еще ему нужно порешать вот здесь вот примеры. И вот простые. Это на минус. У тебя здесь на плюс, там на минус. Пиши. Ты Фильке дал покушать? Нет? Можно это напиши? Нет, у тебя только до 10. Только до 10, видишь здесь? Это просто, Макс. Это много. Вот иди ученице своей скажи, что это много, а не мне. Мне уроки. Я не хочу делать. Я не хочу в школу. Я ему говорю, иди вон в школу к ученице. Вот ей все претензии, а не мне. Я тут при чем? Твоя школа. Не хочешь делать уроки, вот скажи учительнице, не задавайте мне больше, я не хочу делать. А то все время я виновата. Макс, давай ты будешь красиво писать, иначе тебе она будет опять подчеркивать. Хорошо, сотру, вот видишь полоски. Как-то непонятно то ли у тебя. И сильно не надавливай на карандаш, сильно не дави. Угу, молодец.
Их в школе, я помню, когда я училась, нам не разрешали решать на пальцах. Мы либо решали там на палочках, либо еще как-то. Я в руках. Когда я училась в школе, нам не разрешали на пальцах считать. Здесь наоборот. В Швейцарии в школах деток обучают на пальцах считать. Я уже, по-моему, как-то говорила на эту тему. В классе, когда заходишь, у них на стене висят такие А4 листы. На них нарисована рука, допустим, сколько пальцев. Вот три пальца, это там и цифра 3. Допустим, вот 4 пальца нарисованы. Вот так вот, прямо такая вот рука. И загнут один пальчик, вот так. И 4 написано, чтобы дети сразу как бы на пальцах, они определяются, какая цифра. И учатся считать на пальцах. Давай еще 3 примера допиши. Там вообще-то Испания играет, ты выключил. Кстати, Макс болел за Японию. Япония выиграла Германию. Япония 2 поинта! А сейчас болеем за Испанию, да? Давай я включу. Да. Софа. Все. Уроки сделали. Можешь идти играть, мячик. У меня тут спагетти со сливками. Еще я пожарила лук. Хотела сначала пожарить картошку, но картошка заканчивается, почти закончилась. Может, за продуктами уже ехать. Нету вообще ничего, ни мяса, ничего нет. Все закончилось. А. Не надо заматывать на шее. Так, дети у нас без лука, да? Только мы с луком. Кашка еще осталась с утра. Вопросик у тебя? Какой вопросик? Ну-ка, размотай. Так нельзя. Правильно. Я хочу этот узел придет на... Не знаю, разматывай. Вот этот узел развяжи. У Макса 13 декабря, у тебя 17. 17 декабря, да, суббота. Вот как раз в субботу будем отмечать твое и Макса. Тут. Не знаю, зачем я майонез пью. А, может, кто-нибудь будет майонез? Никто не будет с майонезом. А, ну да. Последняя баночка капусты. Нужно еще посолить, потому что я на Новый год хочу сделать. Знаешь, какой салатик? Угадай. С капустой? Винегрет. Красный. Ну, оливье ты тоже будешь делать. Оливье вообще без вопросов. Оливье, Новый год. Новый год без оливье – это не Новый год. Либо на Рождество я всегда делаю оливье. Оливье, винегрет. И буду солить опять капусту. Посолю 2 баночки, достаточно будет. Вот сейчас мы доедим вот это вот. Тебе она сказала, сколько у тебя было? Нужно посчитать. Посчитать? У других уже 30. Ну, нет, у других... А если у тебя будет меньше, чем у всех? Нет? Нет, мам, нет. Нам нужно, наверное, 15 или 12 баллов. У других уже 3. Вот с ее класса она только правда, она готовила сама. Нет, еще вообще никто не готовил. Все остальные, всем остальным готовила мама, в общем, родители. Они это отдавали, нет, вилка там. И они говорили, что якобы это они готовят, но это не они готовили. Это вилла мама. А мы вот такие честные. Маргарита честная, готовила сама. Ты уже съел, Макс? Мы не успели за стол сесть, а ты уже съел. Так, кому там осталось? Бабушке, Маргарите. Время уже почти 7 часов, а мы ужинаем. Я уже давно хочу один суп сварить, который называется солянка. Я не знаю, ели вы или нет. Она суп варится с этими солеными огурцами. Люк, мне не нравится. С разными копченостями. Там копченая колбаса, копченые сосиски. Лучок. Мало лука, потому что последний. Все у нас последнее всегда. Макароны, то есть спагетти последние, капуста последняя, лук последний. Все последнее. Ты торопишься куда-то? Пожалуйста, пожалуйста. Постиралась первая партия, все не поместилось за раз, поэтому я сначала такое более-менее светлое, вот это вот оставила все такое потемнее цвета. В принципе, цвет не потеряла, не знаю, насколько сантиметров села, потом я измерю, посмотрю, потому что там было написано, что может на 2 сантиметра максимум ткань сесть.
А так по цвету хорошо. Ничего, цвет не ушел. Я уже начинаю гладить. И вторая стирка уже закончилась. Так что мне сегодня надолго глажки. Вот, в принципе, я не разглаживаю прямо на 100%. Просто хочу, чтобы было ровно, для того, чтобы вырезать размеры, которые мне нужны. Вот так вот буду сейчас стоять, гладить. Все, завалили Ксюшу. Эй, по голове не надо мечом. Карл, твой раз... Наша обезьяна. Тихо, дома не надо с мечом. Не в ком самом дезу. Да ну не так же, Макс, ты чё? И всякая попа, дядь! Всё, завалил тебя. Мама! Прыщики стереть тебе резиночки. Макс, выключай телевизор. Футбол посмотрели? И отдыхать? Нет! Да. Давайте, я буду продолжать там гладить. Там ещё не все кусочки ещё высохли. Половину я погладила, половина у меня еще не высохла. Я вот так вот оставлю и завтра доглажу. Пусть она даже немножко будет еще не просохшая. Лучше будет гладиться. А вообще тяжело очень гладить хлопок. Заломы. Мой утюг не справляется с этими заломами уже и паром. Так что оставлю я это все на завтра. Все, ребятки, спокойной ночи и всем пока!